Ну что же, всем привет из парка «Остров мечты». Мы сегодня будем смотреть на аркадные аттракционы. А прежде чем подойти и посмотреть аркадные аттракционы, мы зайдем в самый большой в России дом ужасов, дом страха, так как эмоция страха самая сильная. Ну, собственно говоря, и очереди свидетельствуют о его популярности. Люди хотят бояться. И вот так вот атмосферно выглядит вход в этот заброшенный дом. Так он называется. Haunted House. Заброшенный дом. Это порядка 600 метров занимают его этажи. И понятно, что сувенирный магазин находится. И люди здесь оказываются после посещения аттракциона. Я надеюсь, что мы сюда тоже дойдем. Да, это после. Ну и, соответственно, мы пойдем на вход. Камера возьмет темноту? Внутри снимать нельзя. Как нельзя? В большинстве домов страха в мире снимать запрещено, да и невозможно там снимать. Ну, как ощущения? Вот, после посещения? Нормально, нормально. Вот, вот такое, да? Меня поразил только размер всего этого. А меня вата испугала один раз, реально. Очень сильно вата. Что вы знаете об аркадных аттракционах? И давайте переформулируем. А знаете ли вы больше об аркадных аттракционах, чем компания «Болит»? Я вот просто мой приезд в «Остров мечты», честно говоря, не заметил аркадных аттракционов. И перед Николаем, моим товарищей в индустрии, даже стало немножечко стыдно. Но исправляюсь и объясняю почему. Потому что это не те аркадные аттракционы, которые я привык видеть на курортах тех же, либо в каких-то центрах развлечений. Они сделаны совершенно по-другому. Они настолько сюда круто вписаны в эту сказку, что они такие прям неотъемлемая часть этой всей истории. И действительно, это просто очень круто гармонирует. И как мы видим, приносит результат, потому что люди играют, выигрывают, и что здесь, и это причем будний день, 4 часа дня, и аркадные аттракционы пользуются популярностью, это к слову сказать. А если вам нужны аркадные аттракционы, то я думаю, что компания «Болит» может сделать их вот такими вот фантастическими. Посмотрите, это совершенно, это переворот в аркадных аттракционах. Сделано все просто круто, и народу нравится, правильно, девушка? Народу нравится то, что делает компания «Болит» и Николай Должанский. Коля, все тебя любят, помнят, знают, и аттракционы твои пользуются чем? Спросом, популярностью. Вот. Поэтому нужны аркады? Компания «Болит» Николай Должанский. Он есть у меня в друзьях, если вы будете смотреть это видео в Фейсбуке. А мы можем помочь вам с парками научных развлечений, аттракционами, зеркальными лабиринтами, вортексами и очень большой, большим перечнем интерактивных экспонатов для образовательных учреждений. Вот эту зону я еще хочу вам показать, потому что вот я сегодня из Сочи прилетел и просто понимаю, что всем будет полезно после прилета из теплого города или страны приходить или приезжать сюда. И своеобразная такая бартерная зона, потому что здесь ты можешь снова почувствовать себя в центре лета, потому что лето здесь царит всегда.